Приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть Sniper Elite 4. Мы находимся на базе врага. Ушку дот. Дот. Вырубить дот. Ну, это потом. Для начала нам надо ходить и пакостить. Пакостить ходить. А это да. На это много времени уходит, чтобы пакостить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так вот. Идет один. Неудачник. Солдат неудачи. Ух ты, как громко свистнул-то. Нет, нет. Так. Поднимем тело. Унесем. Чтоб его никто не видел. Вот сюда. Давай обыщем. Здесь больше нечего искать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Ну я пока сюда пойду. Подорвался. Где вы тут? Давайте, у вас диверсант на базе ходит. Вот так. Так, возьмем припасы. Нет, пока еще не нуждаюсь в припасах. На. Блин, я думал, его взорву хотя бы. Кого ты там зовешь, я не знаю. Вау. Но то, что я сматываюсь отсюда, это точно. Давайте вы пока сюда, а я пока отсюда. Думаю, все по-честному. Стреляйте. Вот. К своим этим друзьям пойду. Они тоже тут скучали. Вот это-то кто такой? Ты... Убийство. Один завернул, значит, все-таки. А второй не хочет туда заворачивать. Так.
Опаньки, опаньки, опатушеньки. Это мне очень пригодится. О, растяжечка. Растяжечка мне тоже сейчас пригодится. Так, 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 так. На. На. А он куда-то убежал. Во-во-во! Ладно, ну снайпера хоть одного загасил, и то легче стало. Каждый раз можно его обыскивать, что-то буду поднимать, да поднимать. Больше ничего. Нормально. Пойдем дальше. Так, мне бы как-нибудь доты. Сейчас, минутку. Вот так. Мое укрытие раскрыто. Ну да и ладно. Не беда. Допрыгался. Расстрелялся слишком много что-то. Где у меня? Вот она. Попал. В лицо. Убийство егеря. Почему егеря, я не знаю. Идем далее. Так, ну снайперов-то мы, по крайней мере, вырубили, это факт. Ух ты, лужа. Не, смотрите-ка, растяжка на месте.
Что ты мне дашь? К пистолету, пулемету. Вот и все. К винтовке. Подожди, все. Мне отметить их надо. Так. Тихо. Так, вы уходить оттуда не собираетесь. Ты наверху же где-то был. Что, не знаете, где я? Попал. И не свести денег не будет. Так. Господи, а тут еще какой-то шум есть. Нате вам. А получите-ка. Чтоб у вас там все взорвалось. Ну, у вас там все это, кстати, и взорвалось. Так, теперь мы возьмем здесь немного боеприпасов, чего-нибудь хорошенького такого. И вот с этого возьмем. О, аптечка. Прекрасно. Кажется, собрал тут все полезное. Вот так. По зубам. Дальний выстрел. Ох, даже не помню, что здесь надо-то делать.
Так. Уходим. Идите, попробуйте сделать. Ты мне что-нибудь дашь? О, сейф. А значит, у меня будут разведданные. А это хорошо. Блин, тут еще козел какой-то засел. Ой-ой-ой, да не один. У вас компашка. Что же вы не померли компашкой? Что там делаешь? А, во. Все путем, значит. Починил. Так, ты один? А, вот он второй. Где ты? Блин. Давай я что за тобой бегать буду? Все, нету никого, успокоился. Хоп. Вот так вот. Вот так вот. Не муму вам здесь. Ничего не найти. Так. Тело там одно. Кстати, надо обезопасить себя. Так. Ходит. Какие у Гитлера планы насчет новых игрушек? Нужно узнать его стратегию. Давай. Вас? Вас? Вас звездас? Хренас, на тебе. Где сейф? Ой, тут еще что-то можно покопаться. Давайте покопаемся. Пока есть такая возможность. Тут больше ничего нет. Здесь описывается ракетная стратегия немцев. Все, подняли. Черчилль будет в восторге. Конечно, в восторге. Я бы сам был в восторге был.
Так, раз у нас там никого нету и никого не предвидится, давайте-ка снимем оттуда. Опаньки. Пригодится. Конечно. У нас завод большой. Что тут понакидано? Кого ждет? Так, кстати, у вас здесь взрыв. Последний вкус. Так. Даже не знаю, нападать ли мне на вас или не нападать. Так, а здесь-то есть выход? Еще куда-нибудь? Вот какое-то что-то тут есть. А люди? Ну и люди, как я вижу, тоже есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну-ка давайте-ка. Давайте-ка сделаем небольшую диверсию. Вот вам взаимодействие. Да. Первый клапан готов. Ух ты, вот, вот такую штуку-то я знаю. Здесь производят перекись водорода. Наверное, есть. Нужно как-то показать бомбардировщикам, где мы. А что, если бы на заводике произошла перегрузка? На заводике. Ну, давайте. Ой. А мне-то не туда, мне вот сюда надо, наверное. Надеюсь, бахнет. Я где-то рядом с ними. Только выше. А можно еще выше? Или я ниже? Или они выше? Как тут все устроено? Ничего, и никто не подорвался. Я что, зря стараюсь? О, убийство егеря. Откуда ты меня будешь видеть?
Так. Вот тут блуждать можно пипец как. Так, идет поиск врага, один подо мной. Это мне очень пригодится. Конечно. Где ты, падла? Так, это аптечка? А, нет, мина. Ё-моё, тут катакомбы такие, запутаешься. Так. Нужно узнать технические характеристики ракеты. Ну давай, если они здесь есть. Технические характеристики ракеты. В Лондоне будут довольны. Так. Нифига себе! Подождите, подождите. Так. Думаю, я собрал все, что мог. Ага. Почти. Детище Кеслера. Надо покончить. Ну-ка, давайте посмотрим, что я вижу. Не вижу, вижу. Куда ты смотришь, ребята, здесь? Смотришь, да не туда. Ну ладно. Попал. Чтобы не выглядывал. Чё, я поменял опять что-то? Больше ничего. Как пошел отсюда? Пистолет не тот. А где у меня? Ну да, и бог с ним, ладно. Осталось-то всего да ничего. Хотя очень бы не хотелось. Что ты там смотришь, что там взглядывал? Все уже давно решили. Где ты, падла, прячешься? Я у тебя из Вальтера этого. Вот так. Пока нормально иду.
От пистолета мне не жалко. Ага, ага. Ты наверху. Что ты мне принес? Колись давай. Так, выведите из строя ракеты. Давайте будем смотреть, как их выводить. Ага. Первую вывел. Что у нас здесь? Так, а вторая где-то здесь же была. Вот она. Вывел. Так. Устанавливаем. Бежим. Нормально, пока все происходит. Надо возвращаться как-нибудь туда-обратно и смотреть еще, какими путями можно идти. Эти ракеты уж как-нибудь сами додолго. А, во, кстати, он в тот коридор надо сходить. Джекпот. Джекпот. Свое же забрал. Какой джекпот. Так. Надо сделать так, чтобы фашистам было нечего спасать. Но каким образом? Каким образом? Давай для начала. Для начала сделаем вот так вот. Нет. Забирай. Ты неправильно установил. Это мне очень пригодится. Вот отсюда. Вот сюда. А теперь шороху будем делать. Куда? Куда бежать-то? Так, не понял, что за мной неохоты нету? Так, а я где минировал-то? Оу. Серьезная заявка на победу. Вы что, ребятушки? Ой, а там их вообще где-то много. Еще одна из ракет Кеслера. Нельзя, чтобы уцелела. Так. Итого два.
Так, еще что-то сделал. Так, надо где-то здесь теперь. О, какой большой склад. Еще одна из ракет Кеслера. Нельзя, чтобы уцелела. Так, ладно. Поставим здесь. И вот здесь. Блоком. Бежим. Ой-ой-ой-ой-ой, даже не знаю, куда мне тут деваться-то. А этот наверху ходит. Может пригодиться. Все понятно с вами. На. Попался. Ну давай. Побирай его. Здесь больше нечего искать. Так. Здесь больше нечего искать. А куда мне тут можно идти-то? Надо же этих обыскать сейчас. Кого я тут прибил-то? Вот, о, кстати, вот эту ракетницу попробовать, что ли, на них. Надо их вот раздраконить. Вот что я думаю. Давайте. Подтягивайтесь. И это надо вывести из строя. Не так, не так, не так. Снайпер есть, да. Но я-то его не вижу. Еще одна из ракетки. Попал. Так, главная угроза уничтожена, да? Спокойно, спокойно.
хороший стрелок. Хороший лук. Все, да? Вау, через прицел. Ну-ка, по картинке именно так. Опаньки. Ну все, давайте смотреть, что мы здесь имеем на этой большой обширной территории. Так, что нам надо? Выведите из строя ракеты. Заберите план операции. Выведите из строя ракеты. Ладно, будем стараться вывести. Надо найти их сначала. Кажется, собрал тут все полезное. Так. Ну-ка, давай наверх. Попал. Все. Теперь уж точно никто не помешает. Так, где вот эта ракета находится? Где находится ракета? Радиорубка. Сначала разберусь с серийным производством, а уж потом вызову бомбардировщики. Ага. Мне потом сюда, значит. Поздравляю. Ищем ракеты. Блин. То они в помещении, то они не в помещении. Больше ничего. Радиорубка. Ракеты. Здесь больше нечего искать. Так, 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 так. Может, я где-то что-то упускаю? Здесь ее нет. Вагонах не вижу ее. Значит, выходит, надо искать где-то там на складах. Давайте посмотрим еще разок. Мало ли, вдруг кто живой остался. Нифига себе.
На тебе. Третий клапан. Почти все. Нужно вызвать перегрузку центрифуги. Все, все клапаны. Блин. Так, давайте подождем. Взрывайся давай до конца. Хрен там, да? Ну ладно, я подошел тогда. Получается, что? Ракеты только найти. Выведите из строя ракеты. Все. Хотя они у меня не обязательно идут. Так. Где тут знак вопроса-то был? Вот здесь ракета-то есть. У меня, конечно, сомнение, что у него здесь какой-то это генератор. Хотя вот там на втором этаже могут быть. Ладно. Не будем заморачиваться, а пройдем уже. Где бы эти ракеты ни были. Вызовем авиаудар, пусть они расхреначат здесь проще все. И тогда ракеты точно не взлетят. О! Ракета. Где ты, падла, тогда еще-то одна. Где ты, тваринушка? Где ты, козлинушка? Где-то здесь. Даже представить не могу. Случайно наткнулся. Случайности не случайны, да? Ну, может, она еще выше. Может, она... еще где спрятана? Может, она подвешена? О, так тоже можно, да, значит? Ладно. Мне надо вызвать авиаудар, как я понимаю. Чтобы разнесли это место. Где? Рано вызывать бомберов. Еще не все сделано. Ну как не все? Ну, тем не менее, ладно, на сейчас все. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте лайки. Увидимся в следующей серии. Пока. Есть. Надо вызвать бомбардировщики. Наседка, это рыжий лис. Передай привет. Повторяю, передай привет Валагру. Мне нужна была лишь ангел. Я не знал, что партизаны пойдут за ней на смерть. За ней пошли, потому что она дала надежду. Они умерли героями. Надежда в реальности худшая из зол. Она продлевает человеческие муки. Фридрих Ницше. Генерал Бем, я так полагаю. Худшие из страхов не имеют формы. Если никто не знает, кто я, то я могу быть кем мне нужно. Могу манипулировать. Я могу быть неуловимым. Могу быть человеком. Или чудовищем. Дорфманом или Бёмом. Да, именно. Кеслер у нас, а все производство разрушено.
Кеслер умрет, прежде чем пригодится союзникам. Что касается твоих шалостей на заводе, то тут ты опоздал. Я начну с Энкена, штабного корабля Янки. С генералом Эйзенхауэром на борту. Я уничтожу весь ваш флот. Корабль за кораблем. Операция «Лавина» провалится, не успев даже начаться. Если бы этого было достаточно, но, увы... Да стреляй уже! Стреляй! Запарил! Я не справилась, Карл. Я всех подвела. Я подвела отца. Ях. Вот и нет никакой надежды. Все безнадежно. Мы будем пытать ее. Ях. Причем на ваших глазах, лейтенант. Довольно. Лишь искры. Генерал! Самолет! Оставь надежду, лейтенант! София пожертвовала собой, чтобы я спасся. Ее смерть не должна быть опасной. Предотвратить пуск ракеты. Маленькой искорки может здорово полыхнуть. Пора выдвигаться. Беги, Форест, беги! Эпилог. Флот со штабным кораблем Эйзенхауэра Энконом во главе спасен. Лавина прошла по плану. Пятая армия США и восьмая англичан пробиваются к верхушке итальянского сапога. Ангел погибла, но зажженное ею пламя распространилось как лесной пожар.
расчищая путь союзникам. Однако дорога к Риму будет трудна. И пройдет еще целый год, прежде чем мы прорвем готскую линию. Главный рубеж обороны немцев. Ну, смотрим на ангела. Они все сделали без нас. Горожане. Выбили врага еще до подхода 5-й армии. Довольно лишь искры. Кстати, надеюсь, эскадрилья 617 не подпалила твой английский зад. Скажем так, было горячо. Думал, ты дашь мне время на отход. Карл, мы с тобой пушечное мясо, ты же знаешь. Не то, что наш друг. Профессору недолго осталось. Но поверь, выжмем из него все, что можно. Ближе к делу. Ты-то как теперь, Карл? Что ты будешь делать? Человек, спасший Айка Эйзенхауэра! Ух ты! Возьму кучу девчонок и бухать. Стратегических служб такие нужны. На острове. Похоже на предложение работы. Ну, а если так? Я подумаю. Думай. Только давай не слишком долго. Войну надо выигрывать. Это уж точно. Ну что ж, вот мы закончили, как я понимаю, еще одну историю про снайпера. Да? Выжил, победил, всех германцев разгромил. Вот такой вот я красавчик.